Редж, я на месте, и ты прав. Space Needle просто утыкана электронной хренью и какой-то фигней, похожей на алюминиевый сайдинг. Боюсь, придется лезть на Space Needle. Ну, погода хорошая, полезу наверх. Эй, нет-нет-нет, не дури! Но-но-но, я не дурак, я герой. А вот чисто гипотетически, ну, теоретически, как так выходит, что я спокойно могу брать силу у одних проводников, например, Хэнка, но не могу взять ее у других, скажем, у бойцов Деза? Вот оно что, ты все-таки пытался! Эй, только не говори, я так и знал, Реджи, мне просто нужен... ответ. Я думал, лифты заблокированы. Ну, если гипотетически, теоретически, наверное, ты можешь брать силу только у врожденного проводника первого уровня, как Хэнк и, надеюсь, Августина. Бойцы Деза получают способности от Августины и не могут их передавать. Даже тебе. Вот, сам говоришь, мы должны идти до конца. Не передергивай. И в следующий раз не ври мне, ладно? Своему брату нужно доверять. Изнутри эта штука еще страшнее. Ничего, уберем. Делсин Роу, бросать трубку некрасиво. Извини, Бетти, но... Дай угадаю, я опять не вовремя. Вообще-то я сейчас как бы карабкаюсь по Space Needle. Прекрасно. Если не хочешь со мной разговаривать, так и скажи. Я перезвоню, Бетти. Вот мое спасение. Так-то лучше. Я на смотровой площадке. Гляди в оба. Лови! Ну ладно, вперед и вверх. Давай, скоро доберешься. Ну, выколем глаз, Space Needle. Вот что держит все это вместе. Какого хрена? Я тебя еще не видел. Редж, да тут целая армия. Отлично, значит, ты пришел по адресу. Или они просто не любят, когда кто-то берет их игрушки. Не отвлекайся, Делсин. Ты придумал, как вывести из строя оборудование? Да-да, тут такое крепление. Похоже, на нем все антенны и держатся. Может, останемся на уровне моря? Так у меня вряд ли получится. Новые способности — это всегда хорошо. О, вот это будет эпично!
Это чтобы не возиться. Вот это драйв! Надеюсь, Реджи оттуда все видно. Конец креплению. Посту научного центра. Прием. Как слышите? Мне не отвечают никто. С дальними постами связь пропала. Да, Редж, теперь пошли искать проводников и новые суперсилы. Этот город наш! Да не спеши ты. Наши тут, в лучшем случае, пара улиц. А все остальное по-прежнему под контролем ДЭС. Пофигу, зато мы отбили у них Space Needle, брат! Ты просто оставил их без связи. Они глухие, но не тупые. Чтобы отбить у них весь Сиэтл, нужно время. Мы только начали. Знаешь пословицу? Путь в 1000 миль начинается с прикольной аватарки. Кто это сказал? Народ в Китае. Эй, Редж. Его снизу-то видно? Ха, ты смеешься? Это из Портленда видно. Я просто хочу заявить о себе. Это еще кто? Это не один из трех беглых. Круто. Но что значит этот знак? Не знаю. Маляр удрал еще до того, как сюда приехал Дес. Делсин, я узнавал про беглых биотеррористов и... Я вот думаю, не завести ли пиарщика? Ты что, рехнулся? Да меня тут назвали маляром. Это самая последняя стадия отстоя. А может, тебе не стоит сейчас околачиваться у Space Needle? Ну то есть, почему не Супердым или какой-нибудь Человек-труба? Слушай, я постараюсь выйти на след беглых биотеррористов. А ты пока вреди Дезу как только можешь. Срывай их операции, пока я не позвоню. Самое оно. Маляр. Ха, ну надо такое придумать. Ну просто секс-символ. Боже, нет! Нет, нет, нет! Я не сделала ничего дурного. Делсин, извини, что бросил трубку. Я тут узнал, что есть один маньяк-биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай, что не будешь привлекать к себе внимания. Слушай, Делсин, на месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения.
Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю младшего братца. Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху «Маляр». Братишка, да успокойся ты. Погоди, там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Дес только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Скорее всего, там полно людей Деза, которым приказано стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. А ведь ты был прав. Здесь полно людей Деза. Ловят того парня. На карту поставлена их репутация. Ну да, моя тоже. Нет, держи проводника! Ну, флаг вам в руки! Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер.
Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что ах ты? Что? Делсин, ты как? Я нашел снайпера. Иду за ним. Будь осторожен. Не банальный совет. Нет, 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 не спокойно, спокойно. Я один из вас. То есть, один из нас. Да стой ты. Я ничего тебе не сделаю. Особенно, если не догоню. Стой! Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть, очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лоб? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к Августине. Не спеши. Его сперва нужно найти. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша.